Король поп-музыки Майкл Джексон всю карьеру задавал модные тренды целому поколению. Вспоминаем его легендарные образы. Для своего хулиганского клипа 82-го «Проваливай» певец выбрал безумно яркую куртку, определившую моду десятилетия. А его гладкий кожаный костюм с бабочкой, в котором певец танцевал на освещенном полу в клипе «Билли Джин», копировали все подростки. Фирменную лунную походку Майкл впервые представил на концерте в 83-м. Его сияющий пиджак и яркие носки были видны со всех концов зала. В самом узнаваемом образе синей куртки с одной перчаткой Джексон появился на Грэмми 84-го, а для альбома «Bad» Майкл выбрал резкий стиль, добавив подводку для глаз и выделяющуюся пряжку. В клипе «Ловкий преступник» певец обратился к гангстерской эпохе, надев белый костюм строгого пошива с фетровой шляпой, а на концерте в 88-м представил интересный наряд из кожи с ремешками. На церемонии MTV 95-го певец появился в своем культовом образе из черной шляпы, блестящей куртки и футболки с вырезом. В похожем, но более ярком сценическом костюме певец отметил 30-летие сольной карьеры.